в жилом комплексе «Интеркомфорт» уже выкуплена. Хозяин самостоятельно обставил ее мебелью и улетел в Россию, оставив компании SVR Group заявку на установку кондиционера. Необходимые коммуникации для установки кондиционера в плане дома уже имеются, в том числе и металлическая конструкция на балконе. Так вот, в течение буквально 20 минут все установлено. От момента входа мастеров в квартиру прошло ровно 45 минут. Уже убираем мусор. Ну вот, все работает. По окончанию работ тут же на месте заполняется и гарантийный талон. Данная модель кондиционера с полным набором всех необходимых функций стоит в Кургаде 2800 египетских фунтов, то есть примерно 14 тысяч рублей. Причем кондиционеры, купленные в фирменном салоне, устанавливаются совершенно бесплатно. Ну и еще одна немаловажная деталь. Для установки кондиционеров в Кургаде не требуется никаких разрешений и согласований.